Упражнение 44. Челночный бег 4 по 100 метров. Выполняется на беговой дорожке стадиона с высокого старта или другой ровной площадке с размеченными дорожками, ширина которых 1 метр 25 сантиметров. Для каждого стартующего посередине дорожки на расстоянии 2,5 метров от линии старта и поворота устанавливаются 2 флажка яркого цвета высотой 50-75 сантиметров. Каждый участник стартует справа от своего флажка. Оббегание флажков происходит против часовой стрелки. Всего преодолевается 4 отрезка.